здравия, брат мой, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Ирина, привет. И Зоя, всем здравствовать. Кузнецов Сергей приветствует. Валентина, добрый вечер. Татьяна, привет из Башкирии. Тыщенко, доброго времени. Привет, Башкирии. У меня нет трансляции, как у всех. Так, кстати, я сейчас запись на всякий случай веду. Обычно я этим не занимаюсь, но в этот раз включил еще запись, кроме трансляции. Жара шагает по планете, я так понимаю, идет подготовка. Да, вот этот супер урожай, 5 раз больше максимального, который можно представить, я воспринимаю как возможная подготовка деревьев за счет максимального количества семян потомства, как предчувствие чего-то катастрофического. Я такое не исключаю. Поэтому я сказал себе, 200 тысяч косточек будет собрано. Вот. Потому что неизвестно, что будет дальше. Юрий Железов, на Ютубе трансляция идет, здесь ее нет. Здравия, вебинар начнется, тишина. Ну вот видите. Действительно идет. Тогда переходим плавно. Виноградов, смотрите на Ютубе. Дайте, пожалуйста, ссылку на Ютуб. Виноградов, наверное, ссылку дает. Антон, смотрите вебинар здесь. Ну, уже посмотрели. Бахтияров, привет. Все, значит так. Но запись идет, это уже не зря. И потом Антон, вижу, уже на месте. Вот он. Так, теперь. Кто захочет, ну, наверное, Антон разошлет все это. Я надеюсь. И в записи все это увидят. Потому что темы были очень нужные, очень интересные. Вот. Я сейчас, раз тут не получилось разговора, тут же мы обычно еще долго-долго обсуждаем, я на всякий случай, мое законное время еще не кончилось, я немножко продолжу. Вот. Итак, смешанный сад – это непредсказуемые результаты, но ни одного случая дикаря до сих пор не зафиксировано. Сливы китайки свои качества повторяют. Китайки никто никогда не прививает. Манжурские абрикосы только лучше становятся. Вот. В крайнем случае хуже не будут, но они их, значит, по привычке еще дикарями называют. Вот. Ну, сегодня, я же через пару дней, через день-два увидите кино, которое снимал сегодня. Вот они, москвичи, совершенно не прививаны. Которые вообще, если бы не увидели бы эти сливы прямо на это, прямо у входа. Вот. И не остановились бы, и не спросили бы, и не подвел бы я к манчжурскому абрикосу патриарху, и не попробовала бы эта дама-учительница манчжурский абрикос, и не сказала, что он вкуснее. Я дальше поину, и он вкуснее. Тот раз Жердели обидели меня, сказали вкуснее королевского. А фаина королевский – это два суперсорта по вкусу, по сахару. Нет, кисинку подавай. Обижают меня. Обижают совершенно случайные люди. Вот. А здесь смешанный сад. Смотрите, венгерки сохраняют свои качества слива. Китайки сохраняют свои качества. Так. Ну, сувениры не пробовал. Вот эти вот. Дальше, значит. Конечно, без прививки такие плоды крупные, отборные, вкусные, вишен не получится. Черешин. Тут. Вот еще, знаете, вот это качество. Первый урожай, он может быть достаточно скромные плоды. Но с каждым годом-то они нарастают качество, нарастают, нарастают, даже без всяких пересадок, без хитрости. Вот. Ну, посмотрим. По идее, это из этих 200 тысяч косточек, это минимум, сколько я заготовлю. Уже 100 тысяч уже заготовлено. Вот. Из них половину бы надо на Шпицберген, на хранение на века. Там вечная мерзлота, там особые условия. Вот. Хранение. Там хранится весь золотой запас России. Там, ну, если бы вот эти мои косточки туда попали, это для меня честь была бы, и заработок, и тогда бы они там должны быть на особом учете, что это золотой запас. Там проса или там этот самый ячмень тоже очень важно. Но и эти косточки, цены им нету. Я сейчас попробую
что-то пропустить. И опять до Арсена не смогу поговорить с Арсеном. Вот. Я уверен, что вы уже устали и уже так это, эксперт учит убивать деревья. И здесь учат убивать деревья. Вот, помните, там Юлия Матвеева сидела возле такого же. Или мы сами придадим кустовидную форму. Или вот это получим. Дерево само его сделает куст. Как можно взять и отрезать все это до высоты метра? Ну как? Ну чем вы думаете-то, а? Что же остается-то? Вот черешня. Наверное, хороший мужик. Вот. Кандидат наук. Умный, все. Ну, вот это вот старая технология. Обязательно штаб вот такой вот. Ну ведь замерзнут они. Ну ведь замерзнут. Вот что их спасает только. Ну, все, ребята, на сегодня закончим. Вот. Жаль, что нас мало, но записи кому надо увидят. Сколько еще тем впереди? Давайте прощаться. На сегодня все. На сегодня все. И следующий вебинар состоится по плану, потому что здесь у нас бесконечное количество тем. Бесконечное. Все, проехали, переехали. До свидания, друзья. Значит, объявление вот такое вот надо бы повторить еще разочек. Еще разочек. Вот. Хотите скидку? Пожалуйста. Вот. Хотите подстраховаться от онкологии? Пожалуйста. Вот. Денег нет или мало? Будут еще скидки. Потом еще что? Значит, абрикосы все. Сейчас еще несколько дней, последний поздний Филиппиво упадет. Но уже можно заказывать с учетом позднего Филиппиво. И тогда у меня полный набор уже будет абрикосов. Вишни все собраны. Вот. А у меня, знаете как, я еще хотел поделить немного времени, но нас так мало. Наверняка просмотров все равно будет мало. Хоть и в записи будет. Вот. Я хотел вам показать вот эти вот фотографии. Они особые. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот черные абрикосы. Вот. Химеры, которых не может быть никогда. Вот они спокойно растут. Вот. Совершенно новый. Вот берите, и будет новый сорт. Вот почему он в прошлом году был желтый? Вот скажите мне на милость. А сейчас еще больше покраснели. А вот это вот еще вот те самые косточки. Вот, еще. Я жду чуда, я жду государственный заказ от ученых для того, чтобы все это попало в научные сады. Вот. Это выгода такая, что если начать с нуля, но если уже по моим технологиям, все равно понадобится те же 40 лет, что и мне. А если начать с этого? Готово. 4-5 лет. И вот, в ауле уже смог. Вот. Хотя на себя ограниченную поставил задачу. Мы-то шире смотрим. Мы и плевать не брезгуем. Вот. Вот, пожалуйста. Любуйтесь. Вот на этой ноте я и говорю. Заказывайте, пока есть возможность. Высочайшая схожесть, если все делать вовремя и по железу. Я имею в виду схожесть семян. Все, друзья, до свидания. Я с вами на сегодня прощаюсь. До следующего понедельника. Так, и записи не было. Не хватало места на диске. Вот я влип. Я не знаю, записал ли это. Я обращаюсь сейчас к Сафрону, если он слышит меня, и к моему брату Железу Юрию. Вот.
Есть и запись. Если пришли мне, может, поднимешь мне настроение, потому что у меня записи не было. Когда я нажал запись, нажал, видите, вот этого не было. Места на диске не хватило. А я этого не знал. Вот еще одна оплошность. Ну, день такой. Зато урожай в 5 раз больше среднего. До свидания, друзья. Спокойной ночи.